Это распаковка тюнера от Viasata. Я решил к нему подключиться. Стоит он 1099 гривен, ну плюс там стоимость доставки 50 гривен. Итак, в принципе, тюнер самый простой. Я вам сейчас тут резкость наведу, чтобы вы увидели его с разных сторон. Так. Ну и это, по сути, обычный Китай. Так, здесь я вам хочу показать. Ага, вот здесь вот. Где он делается? Что это такое? Китай, обычный Китай. Так, что у нас посередине? В середине вот такая вот посибник. Это то, как его настраивать. И довидник. В комплекте блок питания, обычный тюльпан, да, и батарейки. Ну, кстати, батарейки, такое ощущение, что из ваты, знаете, как самые дешевые. Так, ну и тюнер. Тоже обычный простой Китай, самый простой. У меня такой тюнер был еще, наверное, лет 5 назад. Я себе его покупал. Стоил он долларов 25-30. Так, ну и пульт. Я вам скажу, что своих денег он точно не стоит. Потому что вот так как это самая простейшая штука, да, только закодированная. Я думаю, что его стоимость долларов 25-20. Это самый-самый предел уже здесь. Но 40 долларов он точно не стоит. Пульт тоже, который был вообще в простых моделях тюнеров. То есть, ну такое. Так, абонентская плата. Я буду подключаться 89 гривен в месяц. Ну и, в принципе, за 89 гривен этот тюнер могли бы давать, ну не бесплатно, но такую цену точно не делать бы. Вот так вот. Я считаю, что это, конечно, надувательство. Такие деньги брать за это устройство. Если еще рассчитывать, что их хотят продать несколько миллионов на Украине, то несколько миллионов. Я представляю, какая себестоимость его на заводе при таком количестве. И какая тут на нем стоит наценка безумная. Ну, в общем, такое вот вымогательство. Итак, я пошел подключать. Ну, вот такое вот. Всем пока, всем спасибо.